Ющенко. Занимаюсь давно и очень давно методиками восстановления и сохранения здоровья. И результаты сама имею очень и очень приличные. Во всяком случае, пациенты очень довольны. И я-то думала, что я уже все знаю. Но вот познакомилась с Валентиной Афанасьевной, фамилия Ермакова. Ермакова. И когда она мне сказала, что может мне показать массаж, я, честно говоря, была настроена скептически. Ну, массаж, он есть массаж. Уж не видела я, в каких только массажах я не видела. Но, естественно, согласилась ради интереса и вообще из уважения. Человек очень светлый. И как только пальцы дотронулись вот до меня, первое, это началось, трудно сказать, это началась вот работа тела, это началась работа, какая-то внутренняя работа. То есть необыкновенные ощущения, необыкновенные эмоции, хотя все это было таки довольно-таки болезненно. Ой, большое ей спасибо. Это действительно уникальный совершенно массажист, уникальная методика. И первое вот ощущение, что она очень позитивная, и она очень положительная, и, безусловно, если ей заниматься, дает хорошие результаты. В принципе, омоложение, прежде всего, как вот я думаю, как я понимаю, в принципе, хорошего самочувствия. И я думаю, что работа над собой, как физической, так и духовной. Может, какие-то ваши координаты, сайт, почта? Мои координаты? Да, но вот сайт, почта. Ну, продиктуйте телефон, телефон, скажите. Мой, значит, 8-916-543-04-01. И всем, у кого есть проблемы, есть сомнения, еще не нашли своего врача, не нашли свой путь вот восстановления здоровья, ну, приходите, пожалуйста, вот к Валентине Афанасьевне. И мы вообще-то вместе работаем, можно ко мне? Все. Спасибо вам. Спасибо. Всем спасибо.